добрый день! У меня на столе помидоры, перец, чеснок и зелень, и я буду готовить отличную закуску. Вначале я приготовлю маринад. В миске смешаю растительное масло, уксус, соль, сахар и все тщательно перемешаю. Отставляю в сторону и натираю перцы на крупной терке. Кожура от перца нам не нужна. Сюда же давлю чеснок через пресс. Для 3 кг помидоров я взяла 1 головку. Перец чили нарезаю мелко. Если вы хотите, чтобы помидоры у вас получились поострее, можете оставить семена. Добавляем чесноку и перцу и перемешиваем. Мелко рубим зелень. Стебельки мне не нужны, я их обрезала. И хорошо перемешаем. Помидоры режем на 4 части и укладываем одним слоем в емкость, в которой вы будете солить. Зеленую часть я вырезаю. По желанию вы помидоры можете разрезать даже на 6 частей. Поверх помидор выкладываем часть перца с чесноком. Посыпаем зеленью. И так повторяем слой за слоем. Заливаю все предварительно подготовленным маринадом. Накрываем крышкой, ставим в холод, и через 8 часов идеальная закуска вашему столу. Я желаю вам приятного аппетита!